сейчас я сегодня поехала кататься на коньках, а я не умею кататься, но я встретила кучу профессионалов, и я сейчас хочу вам их показать. Ну что-нибудь... Олимпийские, я не слышу ваших криков! Вот так вот, а тут ты не пиши, тут большая говняшка, а мы с Мишей с другим будем развлекаться. Привет, я опять снимаю на эту камеру, точнее на свой айфон, и я знаю, что вы все хотите супер... HD, high quality, что-то там. Но поверьте, это все, что выдает мой айфон. И кто-то даже просил меня. Это моя собака прыгает, пытается залезть на сластик, потолстел. Сейчас я пока от темы отойду. Вон, да, вы его все любите, ластик, ты любишь их? А, так вот, даже кто-то мне говорил: Катя, снимай свое видео на свою большую камеру, хочется качества. Так вот, поверьте, моя камера, она, конечно, легкая, но когда на ней стоит объектив, ее держать на руке невозможно, она весит, наверное, килограмма полтора. Так что нет, довольствуйтесь видео камеры на моем айфоне. И вообще он у меня побит и заторможен, так что поверьте, он хотя бы так работает, это уже отлично. Как я могла забыть? Я не знаю, это точно я вам не показывала. Это подвеска, которая мне пришла в почте. Классно, да? Это сердечко. Бичес прислала мне, и вообще мне вы небольшой подарочек прислали, как вот я показывала вам уже финички, и я вообще на самом деле в восторге. Вы не обязаны ничего мне присылать, но, боже мой, когда я щупаю пакетик, точнее конвертик, или вообще, некоторые, да, мне прислали даже посылки, я прям все, ой-ой-ой, как, знаете, как что-то приходит с eBay, только это не просто тупо купленное, а в это вложил человек свои эмоции и силы, я думаю, пошел и отправил, правильно? Вложил самого себя, поэтому интересно смотреть, интересно все это щупать. Так что вот нашу блестяшечку нравится. И да, она мне Гослинг сегодня. Потому что вчера я подумала, черт возьми, я давно так не носила эту футболку. Так, что я вам еще могу сказать? А, да, я сейчас вам покажу фрагмент, как я смотрела и читала вашу почту, ваши письма и что я о них думаю. Потому что я читала это буквально там пару дней назад, и читала я это ночью, я не знала просто, куда мне это выложить, поэтому я решила выложить это сейчас, показать вам мое ощущение после того, как я почитала вашу почту, так что смотрите. Надеюсь, я знаю, что я там буду вообще ужасной и буду... не буду спойлеров давать, так что простите меня, и что еще, смотрите на меня страшную, на страшную Катю, смотрите. Я не выгляжу сейчас особенно, не знаю, отлично, идеально, потому что у меня относительно выходной сегодня. И я читаю ваши письма, мне наконец-то пришли они. Некоторые из них заставили меня плакать. Сейчас потекут сопли и слюни. Не самое лучшее для видео. И хотела вам сказать, что я прочитала уже много из них. И очень тяжело смотреть на те проблемы, которые у вас есть, потому что я вспоминаю себя и как я это все переживала. И жалко, что через все это все равно любой должен пройти, и с этим вы ничего не можете поделать, просто вы должны это все переждать. И также я в свое время это все ждала и пережила, и даже сейчас у меня некоторые моменты как-то бывают, я это все переживаю в себе. И с этими вещами вообще ничего нельзя поделать. С вашими проблемами, с друзьями или еще с проблемами со здоровьем. Это ужасно, и в то же время это очень трогательно, что вы мне рассказываете о своих проблемах. Потому что, да, мы как бы с вами, ну, не родственники, но при этом... Вы мне как родные все. И очень... Жалко, что я не могу, знаете, помочь каждому из вас как-нибудь, ну, не знаю, утешить или еще что-то, потому что я плачу сейчас как идиотка. Потому что когда я тоже проходила через эти проблемы, у меня не было того человека, который бы мне помог. Я все всегда держала в себе и все переживала сама. Так что, не знаю, хочу вам сказать, что крепитесь и любите себя. Плюйте на всех остальных, будьте эгоистами, но любите себя. И делайте все в первую очередь для себя. Потому что вы важнее. Никто другой не может быть важнее, чем вы. Вот. У меня уже потекли слюни. Точнее, нет, сопли. Ладно, буду читать дальше ваши письма. Я вас очень сильно люблю. Вот такая вот я. И похожа, как всегда, на Ким Кардашьян, но еще. Кстати,
Я уже на, по-моему, четвертом сезоне, если... По-моему, на четвертом сезоне шоу «Кардашьян». Мне безумно нравится это шоу. И это так страшно вообще, на самом деле, понимать и осознавать, что просто стабище. А еще я вам хотела показать свой арт-проект. Помните, я писала в Твиттере, что мне пришли наклейки из Северной Кореи, по-моему, или Южной, я уже не помню. Какая разница для меня-то? Так вот, мой арт-проект. Я решила создать книжечку. И помните, я вам показывала? Вы все же помните, вы все помните. Можно куда-нибудь сяду? Устала я. Вот. Книжечку я вам показывала, которую мне подарила подружка на Новый год. Я сначала думаю, так, буду вести эту книжечку как Малескин. Ну как, у моей подружки, у нее есть маленький Малескин, но другой уже. И она рисует там черными чернилами, в плане черная паста в ручке обычной. Хотя, не знаю, может быть, у нее тоже какая-нибудь крутая ручка. И она рисует... Черные рисунки, графику делает. И очень красивые, я так думаю, да. Надо тоже что-нибудь рисовать, делать подобное. В итоге я закончила. Я думаю, ладно, буду вести мини-дневничок, мини-записочки и все еще подрисовывать, то есть делать оформление. В итоге я закончила книжкой из, я не знаю, наверное, 200-300 страниц, которая будет полностью посвящена коллажам. Или коллажам. Коллоидам. Что? Это как бы большой смысл в этом есть. Называется connection. Вот. А здесь у меня всякая штука. Это вообще у меня, кроме вот красавицы, принцессы, все остальное будет черно-белое. Но я вам пока показываю зарисовку. Вообще, наверное, это плохо, но... А, ну вот это тоже еще не закончено. Вот это закончена страница. А? Я всегда мечтала такое что-то сделать. Это, короче, чтобы вы знали, вот это все, это мой inspiration на февраль месяц. Здесь вот уже есть принцесса Ким Кардашьян. А ну-ка, фокус... Ну-ка, на телеса, видите, наклеечки всякие, да, Марк Джейкобс, всякие сланцы, боты, девушки в ретро-стиле. Я надеюсь, я сейчас не загородила свой микрофон, потому что я держала палец на нем, сори. Фотоаппарат, всякие туфли и, видите, диета. А еще мне нравятся всякие, на данный момент, кругляшки, горошек и прочее, но платье в горошек я очень хочу, не знаю, смогу ли я это, как это, pull off, знаете такое выражение, не знаю, короче, чтобы оно выглядело на мне круто, красивая пудра и румяна, боже, смотрите, я бы такие румяна никогда бы не стратила, Lancome молодцы, и Сарджи, о, крутое, да, кресло, обалдеть, и Сарджиска Паркер в синих колготах, вот, что еще дальше, могу вам показать. Ну да, это тоже незаконченная страница, но я работаю пока. Так что хипстерский альбом, это... не буду вам показывать. Там маленькие мои зарисовочки. О, что-то выпало. Вот тоже надо спрятать. А, вот, у меня тоже супер рисунок. Вот такой вот у меня альбомчик получается. Потихоньку работаем. А здесь у меня написано «Кейт Клэп» и цветы. Вот. Так что помимо всего остального, что я делаю в интернете, я еще пытаюсь заниматься каким-то искусством. Это можно назвать искусством? Наверное, да. Ну, в плане, я хочу вообще начать рисовать. Я купила себе 2 больших ватмана, и я уже представила себе картину в стиле Сальвадора Дали. Надо разработать каждую часть, и тоже, опять-таки, придется, наверное, рисовать в этом альбоме. И тоже все оформлять придется. Что же у меня с речью такое? Я просто жутко устала от брекетов. Это, наверное, последние там недели 2-3, когда я ношу брекеты. Я надеюсь. Вот. Так что, может быть, скоро перестану заикаться, запинаться. Скороговорки надо чаще говорить. Так вот, хочу разрисовать большой ватман. Да, придется, конечно, я же хочу подойти к этому с профессиональной точки, поэтому придется мне разрисовывать очень много небольших рисунков делать. Во-первых, за рисунки небольших частей. Во-вторых, репродукции, копии создавать. Ой, мне кажется, собака только что пукнула. Зашибись, я тут об искусстве, он пукает. Это ластик. Вот, так что решила вам показать свой альбом, которым я занимаюсь. Мне кажется, вообще это интересная идея, давно хотела что-то подобное делать. Напишите в комментариях, вы чем-то занимаетесь, вот, знаете, лепкой, гончарным мастерством? Вообще кто-нибудь сейчас еще занимается этим? Ну, в плане, лепит что-нибудь, жгет? Напишите в комментариях, чем вы сейчас занимаетесь. Если у вас какой-нибудь проект, на который вы тратите все свое время и реализуете свои возможности и, как это... способности. Вот. Показывайте свою
художественная натура. Вот у меня, наверное, эта книжечка на пятерке, она такая сырая. Я просто решила вам показать, может быть, кому-то понравятся мои идеи, кто-то захочет то же самое сделать. Я очень устала. Я хочу спать. Я сегодня провела полдня. Чуть камера из руки не выпала. Класс. Вы чуть не упали. Это плохо. Сегодня полдня провела. Вот вам отчет. На почте и потом еще в банке, потому что гребаный банк с этими всякими покупками через интернет почти 1000 рублей моя куда-то свистанул. Вот так вот. А почта, потому что мои любимые бичес, счастливые бичес получили, некоторые из них, ответ от меня. Я им послала свои автографы и приветики, написала им письма. Вот. Так что привет вам, залезайте в свои ящики и ищите от меня письмо. Как киндер-сюрприз будет тоже у вас. Что еще? Ну все, наверное, хватит. Пора, наверное, мне покушать. И ластик продолжает пукать. Уже просто дымовая завеса здесь. Так что я пойду. Оставайтесь такими же позитивными и креативными и не уставайте, как я. Спите больше и гуляйте больше. Наверное, да! Я вас люблю. Пока. Это я как бы умерла.